Привет подписчикам и гостям моего канала. Привет! А мы с Доминикой сейчас будем снимать для вас видео. И это бьюти-видео на тему ухода за волосами. Мы сегодня будем разыгрывать три набора, так что смотрите видео до конца. Три набора с кокосом, это Botanic Therapy, очень прикольная линейка. И в этом видео я расскажу вам, как можно использовать маску, потому что маску мы обычно используем, ну, как нанесли на волосы, на как бы всю длину, да, и смыли. Маску можно использовать тремя способами, и в этом видео я расскажу вам, как. И, кстати, в Instagram тоже два набора разыгрываю, поэтому подписывайтесь. Продукции кокосовое молочко и макадамии состоит из трех продуктов. Это шампунь, бальзам-ополаскиватель и маска. И вообще это для, ну, если у вас сухие волосы, то это для питания и вот гладкости такой. Поэтому сейчас мы с Никой будем пробовать. У меня, как видите, я, кстати, буду делать стрижку, но в любом случае волосы надо приводить в порядок. Да. У Ники длинные волосы и тоже сухие, поэтому питание сейчас... и смягчение то, что надо. Сейчас будем пробовать. Первый способ. Вы на чистые влажные волосы, после того, как помыли голову, наносите на всю длину, избегая корней, оставляете на 3-5 минут, потом смываете. Второй способ, как несмываемый уход на влажные волосы для легкого расчесывания и... гладкости волос. Разглаживания. Ну ладно. Ну вы поняли. И третий способ, который мы сейчас будем использовать, это на сухие волосы вы наносите маску. Это на протяжении всего дня вы ходите с этой маской на голове для смягчения и разглаживания волос. Но чтобы они не висели какими-то там, например, сосульками, да, ну, то... можно заплести. Мы заплетем просто друг друга, нанесем друг дружке масочку и заплетем. Даже, кстати, я еще не придумала, что мы будем заплетать, но я тебе сделаю, наверное, то же самое, что у тебя сейчас уже есть. Это колосок, а ты сделаешь мне что-то сложнее. Давай. Давай. Итак, я расплетаю Доминику. У Ники вот такие вот длинные-длинные волосы, но все-таки суховатые, поэтому она пользуется маслами, но, видимо, недостаточно. И сейчас будет новая луна в августе, и я ей обрежу чуть-чуть. Можно, не надо? Чуть-чуть надо, ну, потому что все-таки не посеченный. Расчесываем и наносим маску. То есть я наносить буду вот отсюда. Запах у маски потрясающий. Очень пахнет кокосом. Вот так вот она выглядит. И берем масочку и наносим на волосы. В принципе, надо было взять, наверное, полотенечко, чтобы я тебе футболку чуть-чуть не испачкала. А похер, кстати, да, было неплохо. Знаешь, как было? Кулинарный вообще на урашли. Расчесали, заплели, и красота. И ходите целый день вечером искупаться. Волосы гладенькие, мягенькие. Мы просто уже тестили. Решили вам показать. Такая же линейка у меня, вот Botanic Therapy, была с оливкой, а у Доминики была с... мед и прополис. Да, с медом и прополисом. Очень прикольно. Bye.
забудьте подписаться в Инстаграм, там я разыгрываю тоже 2 набора. Может быть, ваша подружка тоже захочет выиграть. Спасибо компании Гарньер, лично Аленочке, за то, что предоставили 5 наборов для вас. 3 разыгрываю здесь, в Ютубе, и 2 в Инстаграм. Условия розыгрыша очень простые. Достаточно поставить лайк этому видео, поделиться этим видео у себя в соцсетях, оставить ссылочку на свою соцсеть здесь в комментариях, чтобы мы все проверили. И до выхода нового моего видео... Мы уже все сделаем. Да, мы разыграем. Мы выберем победителя рандомно, напишем ему и отдадим приз. Да, так что спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, не забывайте, мы все проверим. И Аня, как всегда, ля-ля-ля-ля-ля. Нормально, все, всем пока. Я побежала. Пока. Я не помню, как начинать вообще. Привет подписчикам и гостям моего канала. О, как раньше ты говорила. О, я помню. Привет моим девочкам, гостям моего канала. Привет моим зрителям, гостям моего канала. Привет моим девочкам, гостям моего канала. А тебе зубы надо хорошенечко почистить. Я в последнее время просто говорю всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сейчас будем снимать для вас видео. Уже снимаем. Вот, и мне не нравится. Блин, так хорошо, мне так понравилось. Мне не понравилось. Первый способ нанести на... Второй способ для легкого расчесывания. Несмываемый способ. Нет. Ну, подожди. Второй способ, как несмываемый... Способ, как несмываемый уход для легкого расчесывания. Наносите на влажные волосы и для разглаживания волос. И разглаженные волосы. Давай еще раз. Второй способ, как не смываю... Почему такое сложное слово? Второй способ, как несмываемый уход на влажные волосы. Я нарежу в конце. И наляпаю. Как не смываю... Ника, фраза из 3... из 3 слов, по факту. Ну хорошо. Как не смываемый... Как несмываемый уход для влажных волос. Нет! Для легкого расчесывания и разглаживания волос. 12 слов. Как несмываемый уход на влажные волосы для более легкого расчесывания. Ну да. И гладкости волос. Разглаживание. Да. Второй способ. Как несмываемый уход на влажные волосы для легкого расчесывания и разглаживания волос. Ну видно, что тех заучила, Ник. А я так крутанусь. Раз, два, три, давай. Второй способ. Ой, я уехала. Давай. Раз, два, три. Второй способ, как несмываемый уход на влажные волосы для легкого расчесывания и гладкости волос. Разглаживания. Ну ладно.